8 июня началось возведение забора абсолютно неожиданно для жителей. Можно сказать, что мы проснулись, а по дому мы обнаружили, что что-то происходит. Оповещения никакого не было, то есть для жителей была полная неожиданность происходящая. Быстро обнесли забором, показали какое-то разрешение на строительство, паспорта объекта не было, его повесили только вчера. Выдано разрешение на строительство на одном месте, строится почему-то на другом. Вырубке подлежат 121 зеленое насаждение, причем только 12 дней из них подлежат компенсации. Мы категорически против, мы хотим, чтобы с нами считались. Мы живем здесь 40 лет, мы сажали эти деревья, мы ухаживали за этой зеленой зоной, за которой практически не ухаживает наша ЖКХ. Застройщик к нам не вышел ни разу. И то, что пишут на сайте администрации, это все вранье. Не хотят нас видеть и не хотят нас слышать. Хочу вам рассказать, как первый раз мы, жители нашего советского района, микрорайона Кузьмичиха, столкнулись с нашими властями. Когда мы просили мы у них помощи, когда к нам приезжает глава нашего советского района, разводит руками и показывает, как нам мы должны ходить здесь, когда нас лишили пешеходной зоны, как дети наши должны сходить по проезжей части. А он ничего не решает. Что нам на него смотреть? Товарищи, добрый день. Мы расходимся домой, мы с вами не товарищи, вы поймите, здесь абсолютно законное строительство. Все документы в порядке. Да, мы за строительство. Вообще должна быть в форме. Здравствуйте. Здравствуйте. Она по вашему требованию. Дамы и господа, а почему без маски? Как это? Ну как это? Подождите, тихо. А вы представиться не хотите? Ну вы находитесь в общем. Врачам говорил Палит Шамайс. О, как здорово. Очень приятно, да. Рады. Первый раз. Рады. В первую очередь, в общем. Нет, а мы сами. Мы будем проверочку проводить. А мы закончим. Да-да, будьте любезны, разойдитесь. А вот молодой человек удерживает. Подождите, потому что вы были без маски, вы нарушали режим самоизоляции. Смотрите, он за ней идет. Он за ней идет. Не можете публиковать. Мы имеем право. Имеем право. Действия полиции это публично. Снимайте, публиковать. Имеем право. Вот вас в телевизоре покажут. Вот по телевизору покажут вас. Бесстыжие, а? Еще пугают. Отрабатывают хлеб свой. Вот эти молодые люди, которые представились сотрудниками полиции, пытаются сейчас задержать данную девушку, которая отказывается давать им свои персональные данные. Да, свою. Будьте вежливы. Я вежливо разговариваю. Да, мы вежливо, да. Вы вежливо за руку удерживали. Вы удерживали за руку. Я имею право. Вы не имеете права вообще к ней прикасаться без решения суда. Не имеете. Не имеете права ее удерживать. Чтобы не за горло еще вы ее взяли. Да.